С вами канал Улицы Москвы. Мы в Донском районе, в окрестностях Варшавского шоссе и Даниловской мануфактуры. И здесь вот есть улица под названием Зеленые горы. Ну да, что-то наподобие гор, наверное, тут присутствует. Вот вверху, кстати, протестантская баптистская церковь. Вот, мы пойдем к Варшавскому шоссе отсюда. Вот по части улицы Зеленые горы, которая сохранилась до нашего времени. Ну, я думаю, мало кто знает, как именно называется эта улица, поскольку в настоящее время никаких домов или строений за ней не числится. Район Донской самый, наверное, престижный наряду с соседним Даниловским район Южного административного округа. Ну, конечно, это в первую очередь в силу своего географического расположения рядом с центром. А локация сейчас играет очень большую роль. Так, здесь спортивный комплекс «Труд», там дальше стадион и какая-то стройка тоже вот за этой территорией. Здесь на стадионе играл футбольный клуб «Ника», который раньше выступал во втором дивизионе в зоне «Центр». Ну, выступал, конечно, не очень хорошо все время. Держались они внизу турнирной таблицы, но тем не менее это был профессиональный футбольный клуб. Так, ну вот мы на Варшавке, то бишь на Варшавском шоссе. Ну, остановка общественного транспорта. Стадион «Труд». Здесь расстояния такие неплохие вот до соседних остановок. Я шел от верхних котлов сюда достаточно долго. Может, потому что так показалось еще в горку, потому что шел. Ну и, кстати, да, и от Тульской до Нагатинской на метро ехать тоже немало. Я думаю, если бы сейчас строили серую ветку, то построили бы еще одну станцию в районе МЦК «Верхние котлы». Вот, ну вот я говорил, да, вот про эту территорию, которая огорожена туда чуть дальше. Возможно, будет, да, вот тут что-то рекламирует левел Донской. Оно или нет, сказать пока не могу. Возможно, готовят для сооружения нового жилого комплекса.
площадочку. Ну а стадион Труд вот за ним, туда внизу. Можно это что-то заброшенное? Можно подойти посмотреть поближе, что здесь. Вообще ощущение какого-то заброшенного объекта. Скорее всего. Так что вряд ли это левел Донской. Заброшенная стройка здесь.